Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите «Войну за кольцо». Мы с Кронгом продолжаем проходить. Ну, почти 1.9. Ну, это никому не интересно. Ну да, похуй. Мы, в общем, остановились, проебали войну. Мы... Вот ты не понимаешь, мы не проебали. Мы тактически отступили. Да, но мы проебали всю армию. Ну, они были небольшие, у меня было 2 отряда всего лишь там. Нихуя себе небольшие, а по карте, блядь, знаешь, сколько... В итоге мы потратили сколько, полчаса пустую. Но эти же, те войска, которые мы строили в бою, они бы все равно не остались, так что это не важно. Ну, и что? Ладно, не важно, братан, давай, короче, продолжаем. Надо наращивать... Перекидывай подкрепы. Охуеть, блядь, тогда я сразу заказываю нахуй. Я могу, короче, здесь гендерф построить. Ой, бля, сколько у меня героев здесь. Просто море. Ну да. Так, это... Ты сейчас так сказал, бля. Я задумался просто. Я думаю, что мне еще заказывать. Наверное, дейловцев против всех этих летающих назгулов они задолбали. И... все. Такой копейщики. Сейчас будет больно, мне кажется. Нормально. Так, почему больно? Потому что, скорее всего, сейчас эти армии пойдут. Я на наш Минхирет. Либо же Дунланд. Ну, в Дунланде, кстати, там можно неплохо так отдефаться от них. Там, я знаю, выгодную позицию для нас. Но у нас еще проблема в том, что мы из Дунланда выйти не можем, потому что с двух сторон могут напасть. Ну так-то да, вот в этом-то как раз такие проблемы. Если еще Изен там, то... Слушай, если так посмотреть, то у нас слева как бы целых 3 армии, да? То есть слева 3 армии, еще одна армия Изен. То есть против нас, если они нападут на Дун, 4 армии целых будут. Получается. Пропускай ход. Ждем. Сейчас придут подкрепления. А, ну нам придется отбиваться здесь. Ну пофиг. У них небольшие армии. Получается. Ну, так-то да. Мы можем, кстати, даже авто... Насчет итогом победить, я думаю. У нас тут крепость есть. Да-да-да, я тоже так думаю. Давай расчет итогов. У нас особых армий нету, есть и крепость при этом. И герой. Мы должны тизи выиграть, по идее. Да. Все, изи. Просто изи. Никого не потеряли еще при этом. Ну, мне некого было терять, и мне только Глоин. Так, все, больше никто не напал. Давай конец фазы, чтобы я мог сейчас кучу конницы сюда переправить и пачку итериенов. Ух ты, там дрогат! Ух ты! И с огромной армией. Беда. Ох, ебать, слушай, да. Дрогат так, нихуя так, себе. У меня... Ну, слушай, тут, конечно, бомжи, но все же больно будет. Я, наверное, тогда кавалерию сюда переправляю, потому что я больше что-то за эту территорию боюсь. Придется сидеть еще один ход, у меня тут подкреп будет. А здесь что? Я, наверное, лучников перекидываю тоже сюда. И повозку, может. Что тут? Да, я повозку перекину тоже Глоину. Что у тебя по войскам? 2 отряда рейнджеров, 2 отряда всадников, да? Да, и Арагорн еще. Ну давай сидим этот ход снова. Так, надо заказать. Так, у нас выбора нету все равно. Как бы тут и так и сидеть. Вот. Ну почему? У меня 5 отрядов плюс Глоин есть. Давай ты за конец фазы прожимаем. Погоди. Я заказываю доп. Отряды. Мы можем напасть Дайном и Боромиром. Вот сюда. Единственное, что меня напрягает... Там 2 летающих. Блин, у меня только 1 отряд лучников здесь. Ладно, сидим. Ладно, пропускаем ход. Давай, пропускаем. Ох, пизда. С дроготом придется драться. Тут, ладно, в принципе, 2 армии. Тут без вариантов. Там 3 армии, а не 2. Там 2 армии здесь. 2. Ну, во второй армии 2 героя. Типа. То есть, по ходу рабочих будет дополнительный набор. Ну ладно, давай в реальном времени. Да, в реальном времени. Ну, конечно, кстати, там могли еще в расчете итогов
правда, с большими потерями, мне кажется. Возможно, бы крепость потеряли. Ну ладно, давай так. Ну крепость это не страшно, она же ресурсы не стоит. У нас, у меня там Гендальф на один ход остался, так что было бы обидно потерять. А, ну хорошо. Гендальфа именно. Да и она строится так же. То есть 3 хода пришлось ждать до новой крепости. Нам нужно сейчас как-то быстро уничтожить хотя бы Мордор. Ну посмотрим. Грейдов-то нет. Ну, да, о, мы все в одной точке, это приятно, полезно. Мне по углу, конечно, будет плохо первое время. Я потихонечку начну сразу грейда делать. Так, пошли к ванпосту. Или ты качаться решил? Подожди, стоп, я вот эту вот пачку, знаешь, чай, вот две пачки этих отправлю туда, а эти пусть с тобой идут. Ну ладно. Но мне почему-то кажется, что они заспавнятся снова здесь. Я сейчас проверю на всякий случай. Мало ли. Ты захвати по дороге там. Да-да. Арагорн там, имеет лирику какую-то? Имеет, но он баф не дает. Он дает баф только... А, не, дает баф, дает. Смотри, видишь, они периодически, когда идут, они периодически мигают. Вот да, 25-25, замечательно. Пошли. Сейчас главное аккуратно. Смотри, там наездники, не подставляй лучников своих. У нас же нет вообще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жопа, кстати, сейчас будет. Ну ладно. Давай полетай еще. Они затупили. Наполовину. Они, конечно, засобьют. Давай поэтому вливать урон. Так, я и пытаюсь. Кстати, ара пятого. Mm. Ой, дрогат там. Блин. А, ну ладно, снесем. Полоску контроль, полоску там контроль. А, я, блин, я забыл ее. А я рабочего снес, кстати, им. Да, я вижу. Нормально. Я видел. Так, там тролль. Надо его зафокусить. Можешь хилку проюзать? Это твой обстрел? Нет, не могу. Это мой обстрел, да. Хорошо. Так, рабочий. Видишь, да? Всадники у тебя. Вижу. Слушай, это как-то изи получилось. Мне тоже так кажется, если бы мы в прошлом матче там... В прошлом матче у нас не было лучников. Не, у нас в прошлом матче сил поменьше было. Так, я ж о том говорю, у нас лучников вообще не было. Так, о, второй рабочий. Я видел его, потому что он здесь строится. Да я вижу вот рабочего. Блин, жаль, я, конечно, грейды не успел сделать. Так, не что, важно. Давай, нет, давай мучаем их. Важно, мы потому что нападем на следующую территорию и будем там заглатывать. Давай делаем грейды. У меня все равно тут только 3 отряда осталось. Сейчас рабочего добью, у них останутся только казармы и все. Все, минус рабочий. Еще 2 сражения, Глоин будет 10 уровня. Блин, снова почему-то плагин на подписку работает не с тем ОБСом. Бесит, зараза. Хилку заюзай Арагорном. А, ты обычную заюзал? Ну ладно. Так, подожди, слушай, не убивай троллей, Так ты ж не прокачаешься. Ну давай. Я хочу попробовать. Они должны его подавать. Нет, ну да, но типа, если ты взял 2 уровня уже. А нет, ты походу только один взял. Это матч. Ну дают, но видишь как мало. Слушай, а он по стройке пиздец, как его ешь, это по. Охуеть, бля, вот это он ломает нахуй.
Пиздец. Слушай, а та крепость можно ебнуть, интересно? Ну, конечно. Охуеть. Так, это последнюю не сноси. Все, остался последний. Да, все, спокойно. Ставлю здесь две пачки лучников, чтобы войска стреливали. Угу. А, конницу пошли назад, сарай. А ты грейды делал себе или забил? Там рабочий еще у него бегает. Давайте его. Нет? Ну, добей. Где ты видишь рабочего? Это мой, может быть? Вот там на центре. На... Вот там, где твой как? Ну, не важно. Поищу. Где-то здесь должен строить ферму. На центре, наверное, кажется. Так ты не ответил, мне тебя ждать, я практически уже все. А у меня вот только сейчас оно построится. Так что жди еще. Ладно. А, вот он строит. Да, вижу рабочего. Ну, может, что сделать? Кого-то прокачать. Пошли на призраках качать отряды. Вариант. Так, я, наверное, один отряд здесь оставлю, но качать, в принципе, они... Ну, Орбы должен докачать левел. Ты, главное, всадников загрейди. Очень полезно будет. Да, я загрейжу сейчас. Я ради этого только грейда и делаю. Так, и нужно лучникам, мне кажется, дать стрелы. О, кстати, сейчас проверим, работает ли ап уровня. Только не подбирай, пожалуйста, сундук рейнджерами. Ты там бегаешь очень близко к ним. Не, я на следующий пошел. Хорошо. Здесь призрак, а вон там на том боку. Мне бы еще одного. Блин. У тебя близко к уровню? Нет. Слушай, дай мне от этого призрака убить метателями. У меня практически третий будет. Да, прикинь, ап работает. О, я сейчас 10-й получу. Метателей? Черт, зараза, зафейлил. Нет, я Глоину сейчас 10-й возьму. Если есть еще один крип с призраками на этой карте. Ты его только что уничтожил, если что. Это последний? Да, это последний. Ну, значит, 9-й. Нет! Кто убил раб? Ты что ты сделал? А, он я взял. Я ничего не делал. Он взял 9-й все равно. Он подобрал сундук. Охренеть. Я ничего не делал. Я не знаю, кто убил. Блин, я старту придумал. Сидим на этой карте. Ждем, пока они на нас нападут. Сейчас берем 10-й уровень Глоину просто на войсках. Потом Арагорну на войсках берем 2 уровня. Потом забираем призраков и 2 уровня Арагорну еще добиваем на них. Какой у тебя сейчас? У тебя 5-й уровень, верно? Да. Ты можешь 7-й уровень получить на войсках и еще 2 уровня на призраках, он будет 9-м. А потом в следующем матче... Нет, я могу только уровень. Почему это? Смотри, объясняю. В начале матча ты на халяву берешь 1 уровень, просто убиваешь кого-то. И получаешь много опыта, там ферму сносишь и получаешь. Потом чутка еще подбиваешь, получаешь 2-й уровень. То есть 7-й. А за призраков в сундуки дают ап уровня. Я только что 2 уровня поднял на халяву. Понял? Mm-hmm. Вот, то есть мы можем сейчас Арагорну дать. Так, у нас есть где-то сражение. Все, короче, сидим здесь. Тогда перекидывай дополнительные отряды на Боромира. Вот у тебя вот здесь в Бакленде стоят какие-то подкрепы. Не вижу. Вот, два отряда рыцарей. Так, нужно еще перелезть. Ну, я не знаю, смотри. У них получается один Назгул, один тролль, 4 отряда копейщиков. Саруман и там еще отряды. Мы, в принципе, можем их пронести. У меня 2 отряда лучников есть. А у тебя... И у тебя 2 отряда лучников есть. Кидай армию в Боромира, пошли наверх. Подожди.
вот этих сюда переправим. И сюда. Все, у меня у Глоина хорошая армия. И куда? Куда отправимся? Наверх. Там, где Саруман. Боромиром. А, все, понял. Отправляюсь. Только ты ему армию не перекинул. Я не могу этих кавалерий ему перекинуть. Странно, а почему? Смотри, видишь, они белым горят, нет? Ну я с другой территории сейчас себе перекинул нормально. Я, смотри, они вот только что территорию, то есть они после следующей фазы, я могу их перекинуть борами. А я с той территории их перекинул сразу в героя, а не на территорию, и все работает. А. Ну ладно, ну я пусть... Я не так сделал, ну ладно, неважно. Пусть так, сейчас погоди, я проверю. Так, надо еще что-то построить. Надо еще два отряда этих заказать. И все, да? Конец фазы. Да, конец фазы. Сейчас будем прожимать. Давай конец фазы. Ох, нихуя себе. Сейчас будет больно. Пиздец. Давай вверху. А, мы не можем выбрать. Блин. Не можем пока. Но сначала этот Дунланд. Слушай, на Дунланде вообще полный пиздец. Два летающих. И армия, и еще просто огромное количество войск. А нет, смотри, здесь на самом деле только одна армия, а в остальных там по герою просто. То есть давай, ладно, давай. Нам бой. Надо... У тебя есть здесь всадники какие-то? У меня 5 пачек всадников. Тогда ты можешь попытаться рабочих всадниками, особенно гоблинских. У гоблина только один герой, и все. Давай бой тогда. И он сольется. А мы лучниками как-то попытаемся летающих убить, и все. Единственная проблема, что мы можем заспавниться в одной точке, это неприятно. Да, вот если мы заспавнимся в одной... Ты знаешь что, если я сейчас заспавнюсь, я, наверное, спавнюсь, буду сразу базу строить, чтобы, ну, никуда не уходить. Это что-то я побаиваюсь, если мы сейчас рядом заспавнимся, у меня рабочие бегут туда и их убьют. Что сейчас сразу начну строить здание. Ну, попробуй. Я начну со стрельбища и с фермы, с одной. У меня же здесь армия фулл-грейженная. Точняк. Чё-то не фулл. Не вся, конечно. Да, не вся, конечно, но все равно они... Тут еще Теоден с бафчиком. Не стоит забывать этого. Так, ладно, еще у меня есть армия... Тогда... Еще у меня есть армия Рохерим. Я вверх иду. Если что, найдешь, я к тебе приду. Ок. Главное, знаешь что, чтобы они мне эту не снесли. Плавильню. Будет неприятно. Я нашел одного, походу. Он здесь был, по крайней мере. Да, он здесь был. Я нашел, короче. Хорошо, я бегу обратно. Ну это только один здесь может быть, не факт, что еще какие-то. Но он, скорее всего, вверх. Да, мне кажется, наверх он побежал. Так, пойду туда дальше. Мне кажется, ты не добил. Да пусть, блядь, там мясо одно, они ничего не сделают. Ух ты. Ох, нихуя там копейщиков. Так, я пожалуй. Ну ты побегай там, где они. То есть где-то рабочего надо. О, пизда, ухожу нахуй отсюда. Беги. Блин, беда в том, что у меня всего лишь 2 отряда лучников здесь. Ой, Теоден, ой, все, однозначно минус Теоден. Он не может уехать, понимаешь, я его отбрасываю. Да, я вижу. Пизда, хуёво. Не, я его не спасу. Едет. Ну ладно, хотя бы пачки Рохерем выживут. Ой, не эти, а это. Блин, здесь это... такая еще ситуация невыгодная, я отсюда достать не могу, чтобы выстрелить. Блин, ладно, отступаем тогда. Я пошел туда на его базу мародерствовать. Сейчас у меня кузня догрейдится. А я может одного что? Сразу фэй. Слушай, отступи, пожалуйста, на базу. Нужно срочно этих копейщиков отбить. Ты видишь, что я делаю? Я сражаюсь с летающим. Да я вижу, хотя бы стражников уведи. Увожу. Они в страхе просто стояли. А, так ты... Они за тобой загрелись, нормально, просто уезжай.
подальше и все. Все, минус один летающий. Отлично. Так, найс. Доспехи теперь надо делать. Так. Просто все, побегай и... по карте, поищи рабочих. Нормально. Нашел. Нашел первого раба. Отлично. Что там? А, это глаз. Минус раб. Замечательно. Главный приоритет — гоблинские рабы. Убьем его до того, как он что-то построит, и изи будет. Ты там подэфаешь, пока базу надеюсь. Ну да, я этим занимаюсь. Я просто решил тоже крепость строить. Кстати, она уже готова. У меня нету крепости здесь. У меня есть. Нет, у меня здесь крепости. Чего ты взял? Я говорю, у меня есть. Ну, у меня-то нет. Ну, ты бич, у меня есть. Ну, ты сказал, я тоже просто... Нет, ну, ты просто вначале говорил, я, типа, буду крепость строить, я боюсь, что там рабочие сольются. Я думаю, ладно, я тоже построю. Она хоть нет, будет... я сказал, я буду вначале строить... Ты прервался. Вначале строить что? Я вначале говорил, что буду строить стрельбище. С самого начала. Я не верю тебе. Ты пытаешься меня обмануть. Я так и сказал. Ты пытаешься воспользоваться... моей беззащитностью. Нихуя ты беззащитный. Ну вот, можем потом посмотреть запись ролика. И узнаем, что я был прав, да. Окей, пересмотрим. Я даже готов, давай на что-нибудь поспорим тогда. Давай поспорим на то, что ты пидор. Не, на это спорить. Смотри, ну это ж интересный спор. Если я выиграю, значит ты пидор. Если ты если ты проиграешь... Знаешь что? Если я... Ты тоже пидор. Сука, не дал мне договорить. Короче, ну, там да. Типа шутка в том, что ты пидор все равно, можешь не спорить. Угу. Вот. Ебать, ты тонкий. Да. Как иди тростник. Лучше на базу, пока они за моей кавалерией бегают по всем фронтам. Бля. Так я думал, ну ладно, ты так своими рейнджерами тогда этот отряд копейщиков убьешь. А, кстати, ты сейчас слил кавалерию. Не, она живая. Смотри, вот она сюда. Она сейчас хилится быстро. Рейнджерами отбей. А где у меня, блядь, вот, рейнджеры? А, вот. Вижу. Так, тогда вот так вот сделал, наверное. Что-то боюсь, зато фланг, мало ли. Ох, нихуя себе там, блядь, этих лучников ебаных. Я рабочего еще убил. Они крепость там строят, мордорскую, причем крепость строят. Хреново. О, еще один летающий. О! Ой, мне нужна помощь. Кавалерии, сюда. Help. Иду. А хотя нет, забей, все нормально. Я забыл, что у меня Гимли, да. Все нормально, я всех убил. Нет, ты, конечно, можешь прийти там посмотреть на что-то, если хочешь. Но вроде все нормально и так. Ну хотя там обычные орки остались. Нахуй, не поеду туда. Гимли крутый мускулист. Ох, нихуя себе, блядь. Ой, пизда тут бомжей, чё. Где? Что, надо убивать бы их уже. Давай тогда выдвигай все, что у тебя есть туда. Сейчас. У тебя есть хилка? Не-а. Ладно, подожду свою. Может, пока дойду, будет доступно. Меня сильно побили. Жалко терять этих парней, они прокачаны. Так, пачка кавалерии. Ой, пауки. Ну, здравствуйте. А, они на базу к нам. Кстати, тут у пауков просто гигантский урон по боевым зданиям. 4 отряда пауков проносят крепость. Это я так намекаю, чтобы ты задефал их. Я не знаю, правда, что бот будет делать, он же тупой. Но все равно. Так у тебя там пачка лучников есть. Ты, наверное, сам отдыхаешь, я думаю. А, хотя ладно, они покоцаны, они уже приехали.
Все отлично, сражаемся. Чей обстрел? Мой был. Но он уже давно прошел. Тут только сейчас заметил. А у меня только анимация. Но, блин, это печально, потому что здесь обстрелы же у всех есть. Я не понимаю, мне уворачиваться или нет. Блин, у них много всего. Они гады, короче, скооперировались и все здания в одной точке от всех ботов построили. Шволочи. О, третьи уровни причем даже там. Ладно, я пошел тогда на три фланга ебашить, походу. Нет, давай здесь, сноси все, что можешь подряд. У меня пачка есть, я тут кавалерии помогу еще. Мне кавалерия так... больно дамажит по броням. А, ну я как раз про кавалерию и говорю. Я там сбоку слева казармы строю еще на всякий случай. Я тоже. У тебя там рейнджеры простаивают. Да, я вижу, я контролю не парься. Блин, здесь что-то невыгодно. Отступаем. Чуть-чуть вот сюда отступи. Надо, чтобы они от земли отошли. Это не земля. Это не земля. Да. Это коврик. Ух ты, что это? Оно не дает лидерку, это коврик просто. Что она дает? Ну, уют в доме дает. Блять. Ну серьезно, это коврик просто. Это такая фича этого патча. Просто коврик, все. Ой-ой-ой-ой. Так, все, хилочка пошла. Ломай казармы. Было бы чем. Сейчас. Еще нету? Долго хил еще тебе? Блин, есть хил, а что? Нужен? Да, на Гимли. И на войска. Куда? На Гимли, вот Гимли. Так, сейчас хильну. Все, спасибо. Заранее. О, рабочий. Пинай, как раз гоблинский. Не могу сейчас пока поймать его, подожди. Так у тебя там три отряда рейнджеров были, блядь. Ну рейнджерами-то да, я кавалерии имею. Не могу. Эх ты, ладно, хрен с ним. Да я пиздил его. Это не тот. Там был еще один. Тот рабочий, гоблинский. Нет, серьезно. Ты убил мордорского, а гоблинский сбежал куда-то, я не знаю куда. Ну, где-то в эту сторону примерно. Может, тебя. Может, догонишь. У меня кавалерия туда нет. Окей. Вот еще один гоблинский, кстати. Походу, сейчас мы выиграем, если ты в последнего найдешь. Пока не выживаю. Все, сейчас крепость сдохнет. Чертовы пауки казарму проносят. Ну что ты будешь делать? Нашел. Все, минус гоблин. Отлично. Ну, минус. Нет, не минус. Нет, значит, он еще что-то имеет. Может, где-то еще крепость есть. Но в принципе, вот эта точка сейчас. Попробуй сломать как. Ну, я сейчас крепость сломаю, это важнее. Ну, в принципе, мы казарму сломаем вот так. О боже мой, летающий. Нихуя там точки. Все, там нужно было боевое здание сломать. Ну все, да, ГГ. У меня вся кавалерия уцелела даже. Вот я насчет своих не уверен. Ну не важно. Нахуй здесь, сука, сдохни. Минус, отлично. Ох, бля, нихуя себе, ты видел, как они просто... Что? Я не заметил. У меня коняки, а поэтому... Она быстро сдохла. Секунда, буквально.
То есть они все ударили, если минус. Есть такое дело, да. Некоторые отряды слишком быстро здания сносят с грейдами. А, прикольно, у меня никто не подох. Хорошо. Высокий перевал теперь у нас. Ну чё, тут посложнее будет, чем там. Тут огромнейшая просто армия. Но все равно здесь меньше преимущества. Ну давай тогда бой, чё. Ну посмотрим. Мне кажется, такая же армия. Ну чуть-чуть. Там просто такие... Нет, смотри, у нас в том сражении было выгодно, потому что копейщики были, но они просто долгие, пиздец. У меня кавалерия просто... Все карты бегала. Кавалерии просто много было. Вот здесь вроде толком-то и нет копейщиков у них. У них просто много таких плохих войск. Там куча орков, мечников там и так далее. Вот не страшно. Давай посмотрим, ладно. Правда, здесь у нас кавалерии не будет. Ну, вот тролль. Пинай тролля. Блин, что-то неприятно. Неприятное место. Очень неприятное место. Да, я вижу. Ничего страшного, нормально. У меня уже добавчик есть. Отлично. Это я, наверное, Боромиром сломаю. Пойду вниз. Получается, только за призраков дают халяву. Надо, мне надо... кажется, да. Они либо здесь, либо здесь. То есть один из городов. Знаем. О, аванпост, аванпост, приятненько. Ты, конечно, дупанул. Надо было сломать здание, а Боромером только каркас, и все. А за каркас опыт не дают? Дают. Да? Ну смотри сейчас. Больно бьет. Ладно, уходим. Блин, я главное сидел, смотрел, что ж там будет. Минус Боря. А нет, норм. Нет, не минус, не минус. Сидишь. О, ты нашел их, отступай. Нашел, ух, ебать там. Пизда, что-то как-то. Неплохо ты пробежал, неплохо. Ох, пиздец, как, смотри, как они нахуй. Пизда, вот тут они нахуй сносят, ебать. Просто пиздец. Говори, невыгодная позиция, там вообще нихуя. Давай я их снесу. А ты добьешь. Иди сюда. Этот лучше переведи войска на правый фланг, потому что они сейчас с того фланга будут идти, я уверен. Но мне нечем пока что сносить летающих, я не буду нападать. У меня без грейдов войска даже. Да притащи просто мне здесь пачку копейщиков, и хватит. Не парься. Сейчас все будет. Какой бонус дает Борис? Я не вижу. Броню или урон? Броню. А, плохо. А, нет, подожди, 55 атаки и 25 опыта. Хотя нет, стоп, нормально. Или не совсем, я не знаю, стачится это или нет. Упс. Ой-ой-ой, уходим, уходим, уходим. Найс, левел. Я ж говорил. Да, дает, окей. Да, конечно, ситуация у нас дерьмовая здесь. И строится, даже я не знаю, стоит ли куда-то идти строиться. С этих сторон. Можем пойти вниз, там по пространству никак-то. Но блин, они сейчас нападут. Хотя я уже грейды сделаю. Да короче, что я парюсь-то? Надо строить по нулю. Они же в теории должны все в одной точке заспавниться, верно? Ну так ты да.
Окей. Бей копейщиков, копейщиков, да. Бей в первую очередь. Нифига они не в одной точке. Ну погоди, копейщики сейчас не сражаются. Зачем же мне их бить-то? Вот теперь надо. Так, отлично, арбалеты. Он на видном месте стоит. Черт, больно слишком. Нихуя себе, они еще и выжили все при этом. Бей лурца. Лурца я не убил им. Ох, ебаный в рот, слушай, все. Что? А, вижу. Мордор. Да. Рабочих спасай. Рабочих-то я спас. Лурц убей, но Бора не уйдет. Его убьют. Смотри, беги кавалерии, проноси Изенгарду. А я буду отбиваться от Мордора. Окей. Блин, столько шахт настроил, все равно предела не хватает. Бред какой-то. Ух, ебаный в рот! Слушай, что так все хуево здесь? Почему? Там, а, копейщики там. Ты побегай вокруг их зданий, поищи, может быть, там просто рабочего найдешь, все. Не будет рабочего, не будет проблем. Сейчас побегаю, посмотрю. Этот боевой тролль такой жесткий, как наждачка. Так, вижу, как один раб строит. Ой-ой-ой. Приятно. Летающий бесит. А это еще и качая. Лол, пираты сами себя убили. Молодцы. Точнее, не себя, а своих других пиратов, короче. Сожгли топчик. Ой, как же это выбешивает. Ну тот, кто сделал этот дебильный минимальный радиус стрельбы пиратам, просто какой-то вот сволочь во плоти. Они в итоге не атакуют, они просто бегают постоянно от тебя. Боже мой, добивай, качай, добивай. Стой, сука, не захватывай. Так, все, от Мордора отбился. Ай, еще уроки тут. Не хотят сражаться, ладно. Нет, это, наверное, даже не страшно. Так, я тогда попытаюсь с Мордором разобраться. А ты уже сражайся с Изином. Там вроде сплошные лучники у него. Не должно быть сложно. Если что, у меня есть два призыва, я могу тебе накинуть. Только ну нормально, не парься обо мне. Хорошо. Я сейчас этот предел подниму просто и все. Хорошо, хорошо. О, минус раб, отлично. Кхе-кхе.
Ну посмотрим, построил ли он крепость за это время. Вроде там есть крепость. Сейчас посмотрим. Ой, блять, а вот это вот неприятно. Вот вот неприятный дождь, пиздец. Но есть вроде... свет? Он скоро будет. Он вроде не такой, как в 2.02, он не дебаф. Нет, несмотря на это, слушай, он дебаф больной дает, очень больной. Ладно, я был неправ, да, дебафует. Ну сейчас, через секунду буквально. Ой, блядь, на сгуль еще прилетел, сука. Ё. Я могу дать призыв лучников, где он? Вижу. А, возле моей базы. Сейчас. Он, в принципе, не особо нужен, конечно. Я сейчас бью, но тоже тут креп нужен, конечно. Все. Нужно тебе рудник спасти. Да забей, я с этой стороны строю. Слушай, бля, лишние деньги, как бы, лишние... Я не говорил. Может быть. Может быть. Ой, блядь, нужно эту хуйню. А, у Изина тоже крепость есть. Фигово. Ну тогда держись. Если получится этого пронести, то я помогу. Ой, там баллиста? Нихуя себе. Вот это вот неприятно. Он летающего воскресил. И это тот же летающий. Черт. А, это тот же летающий, блин. Кстати, я вижу, у тебя два отряда мечников на базе тусуются. Отдыхают. Да, я вижу. Ну, призывайся. Наконец-то. У тебя здесь просто лучники твои отступают. Вот это вот неприятно. Ну, сори, я уже их отправил. Я могу обратно, но... Пока они вернутся, то у них уже время, наверное, закончится. Тут в центре столько места, столько ценного места. Чёртовы хоббиты, имба. Ух ты, он не построил, походу, крепость. Клёво. Это мне нравится. Е, я снес одного. Сейчас, походу, второго. Смогу. Там еще два. Нет, там... Ну, один у тебя и у меня один. Нет, два их здесь. Тут убийца Изин и два мордера. Может, только войска Мордора? Или ты где-то здание видел? Все, все. У тебя два здесь. У тебя два на том фланге. Ну, уже нет, я уже их убил. Ну, да. А тут больше никого нет. Все, кроме сейчас, Изина. Ну, у Изина, кстати, там жирный. У него крепость есть. Угу. Ну, у меня еще уже более-менее есть войска. Я сейчас переправлюсь к тебе. Так-с. О, как. Варги.
Ну, рабочего нашел. Надо где-то срочно добывать бабло. Так. Да мы выиграли уже, походу. Не, слушай, ты еще долго не принесешь, поверь. Почему? Он очень жирный, очень жирный. Он представляешь, насколько он жирный. Ну хз. Блять. Если раб там заспавнится, будет хуёво, конечно. Блять, вали, 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 вали. Отлично. Свалим отсюда сейчас. Таран. Вау, что он там забыл? Атрум. Ах ты, берсерк. Берсерки тут злые, очень злые. Короче, берсерки всё. Везде злые. Я оставляю эту точку, буду у него на базе строиться. Ой, там баллиста. Ничего себе. Хреново. Я пока отстраиваюсь, мне еще примерно 5 минут понадобится. Минимум. Окей. Я вот сейчас хочу кавалерии настроить. Если что, у меня хилка есть. Да, у меня тоже есть. Воспользуюсь ею. Жаль, призывы у меня закончились. Ну попробую. Нет, наверное, не стоит крепость ему сейчас пытаться сносить, учитывая, сколько здесь всего стреляющего. Может, по зданиям ударю. О боже мой. Пробили. О, черт, у тебя есть какая-нибудь... А, у тебя нет войск, да, вообще? Mm-hmm. Хреново. Строю здесь казарму. Там баллисты они притащили ко мне. У меня только призыв лучников, они против баллист не справятся. Ну ладно. Я правый фланг сейчас отрубил. Окей. Так, таран поставим. О, вышечка, это хорошо. Очень даже хорошо, спасибо. Все, нормально, в принципе, пронесли его. Вроде как рабочих он не успел вывести отсюда. У него только войска сверху. Главным баллисты бафает ору. Сука. Нормально. А вдруг оно здесь и на баллиста работает, ты ж не знаешь. Бля, ну это бред. Да, есть такое дело. Так, ну хз, конечно, большими потерями, но мы выиграли. Но у нас армии вообще не останется, только герои. Придется подкрепы переводить. Короче, надо больше делать лучников. Не знаю, копейщиков там пару отрядов, а лучников, наверное, всю армию делать, чтобы эти летающие сразу загибались.
Я да. Ну, пришлось, да, с вами стоит. Стоп. Сейчас они сейчас. Ой. Стоп, погоди. Вот оно как работает. Войска остались. Видимо, они остаются в той же мере, сколько было. Понял? То есть я их восстановил, и они, типа, те, что погибли, были заменены на новые. Нормально. Да, так а ты что, не знал, что? Нет, я думал, если умерли, то умерли. Нет, как бы, если ты отстроил отряды, эти, они тебе перестали. Понял. Это хорошо. Тогда у нас... Только есть некоторые различия. Если, допустим, у тебя первоначально... А ты то... сейчас... Ты прервался сейчас. Смотри, то есть если у тебя в первоначальном случае отряд был 5-го левела, да? То... А вот сейчас ты какой-то отряд отстроил, да? Загрейдил его и вкачал до 2-го уровня. То он будет 2-го. Он будет 2-го, да. Вот в этих вот критериях есть небольшая. Так, нам так, надо, ну... по сути... захватить этот Эденвайт, и у нас будет плюс 15% к урону. Еще. Если у нас будет 30% к урону, если я правильно понимаю. Что очень сочно. Так. Пожалуй, будем строить здесь крепость. На этой карте. Это что-то как-то страшновато было. А все, предел населения уже забит. Вот дерьмо. Не могу ничего, никого не перекинуть. Обида. И что, лучники. Так, ладно, я Гимли тогда лучников перекину. Давай делаем так. Нападаем Глоином и Арагорном на Эденвайт. Хрен с этими призраками, уже не важно. Затем на следующем ходу я подкрепление перекину на Дунланд. Оставим их там. А войска перетащим. Ну, в смысле, Гимли и Теодена перетащим вот сюда, в Редхорн Пасс. И будем там нападать. Затем построим... А, походу, ферму надо строить, кстати. А у нас одинаковое количество? Сколько у тебя предела населения? А, предел населения, это вот те, то, что слева вверху, да? Да-да-да-да. Player это bonuses. У меня 1640 из 1770. А, значит, он разный. Хорошо, значит, мне надо строить фермы. То есть, типа, можно сделать так. Я построю в High Pass. Там, где сейчас... У тебя браков до хера, ты можешь половину из них... Ну, у меня там еще строятся войска. О, кстати, я вас забыл перекинуть. Вот сюда, вот сюда. Вот, короче, мы можем там, где Боромир сейчас и Дайен, просто с крепости кучу войск оставить, а их отправить дальше. Перейти в сторону Теодена и Гимли, только с другой стороны, так, чтобы закрыть проход. И тогда Теоденом и Гимли идти снизу, а Глоином и Арагорном прям по морю идти. К этому, к бирюзовому игроку. У него мало. Мы можем чисто... с тобой сразу здесь закрыть. Как? А, я могу одну пачку гондорсов здесь оставить, и ты можешь вот те силы, то, что у тебя сверху стоят, этот отряд лучников Дейла, тоже здесь оставить. Это будет считаться как армии, которые могут дефать. То есть мы можем войти в режим боя и потрешануть. Но я не могу перекинуть лучников сейчас, они с другой территории. Я говорю, сейчас, они только сейчас туда перешли, да? Да, я их только... Ты можешь у Гимли кого-то оставить одного. Ну, вот так, один отряд. И что, куда мы идем тогда? В... Пошли Теоденом и этим, перевал Карадрес, кто-то из этого. Окей, в Редхорн Пасс вот это, да? Окей, этим сюда... А Дайном стоим и Боромиром, получается, потому что там со всех сторон они. Да, тут стоим однозначно. Хорошо. П-
Пока лучше там армию, конечно, подкрепить, мне кажется. Ну, потом, в таком случае, на следующий ход все подкрепления перекидываем туда, где сейчас стоит Гимли и Теоден. Окей, давай. Ну, они... Нихуя себе, слушай, у нас там правый верх. Ладно, у нас сначала левый них. Ого. Ну, давай. Ну, левый низ, да. Что, авторезолв или бьемся? Мы выиграем, но тут, типа, много мечников голимых, которые могут нам что-то посносить. Мне кажется, мы можем выиграть потери. Мне так кажется. Без потерь? Давай думаешь? Попробуем расчет итогов, чтобы время не терять лишнее. Ну, давай. Но мне кажется, мы сейчас потеряем половину. Ну, я потеряю, черт возьми. Не, подожди, ты никого не потерял. Ну как, 30% где-то. Ты никого не потерял. О, потеряно воинов, посмотри. То есть потеряно воинов у тебя и у меня, ну. Это так странно. Хорошо, ладно. Тогда просто я... смотри, у меня там вроде пачка кавалерий считается как. А там было сколько? 6 пачек мечников. Кавалерий считается как 5 пачек мечников, если чё. Ну ладно. Так, теперь. Ну а здесь тут вообще однозначно бой, друг мой. Да-да-да, погоди, я думаю, кому что это дает, кому это дать? Defense бонус. А, Ravenion это еще нам не скоро. Да, понятно. Это дает. Тут бой. Погоди, погоди, открой бонусы игрока. Скажи мне свои старты. Я не могу сейчас открыть бонусы, я уже этот нажал. Блин. Ну ладно, играем. Да, но тут однозначно придется сражаться, и пипец как потеть. Да, до хера они армии накопили там. 6 армий. Дали. Давай. Так что бой. Ну, мне кажется, тут будет сложнее, чем в прошлый раз. Разумеется. Крепость, походу, еще не достроилась у меня там. Походу. Она за 3 хода строится, а у тебя только один прошел. Что еще 2 хода? Это не может дать надо. Ну, вроде зато войска хотя бы более-менее с броней тут у меня. И с огненными стрелами. Правда, их мало. К сожалению. О, у тебя есть кавалерия. Так. А, не хватает еще очков. Вот черт. Ладно, вот так сделаем. Побежали. Зачем ты Бормера увел? Сигналку будешь забирать? Нет, я пошел посмотреть, что там. Если кто-то из них заспавнился здесь, вверху, то нам очень хорошо. Проверь вот здесь. Если же они все вверху справа, то это очень плохо будет. Они там все вверху справа. Никого здесь нету. Это очень они плохо. Все... Если бы они заполнились, то... Ты прервался. Нам, походу, надо звонок потом переделать. Я говорю этот. Если... Смотри, даже если они в том месте, где мы в прошлой игре были, да? Ну. То они стопудов перебрались на тот. Вот. Однозначно. Я прям уверен на 100%. Ну ладно, я пойду пока тролля убью. Нет смысла на них нападать, мы сейчас проиграем. Я попробую подавить ему что-нибудь, рабов поубивать. Окей. Ох, нихуя, блядь, там грязная стука. Нахуя отступаю, слушай. Там, короче, такая же фигня, как в прошлый раз. Короче, ты пошел и слился. Давай, тащи своего Бормера поближе, если можешь. Вот, смотри, вот сюда. И накроем... летающего одного. Ну отбрасывает, сука. Ну, посмотрим, может быть получится. Только всадниками не веди ко мне. То есть вот сюда веди, например. Или сделай разворот и в другую сторону поедь. Ах, сука, там тролль, понимаешь? Вот чё, так я про тролля и говорю. Ну, кстати, рабочего запалил. У меня все сдохли там. Бормер сдох? Нет, Бормер, да, сдох. И у меня кавалерия еще.
черт. Я еду кавалерией, я могу чуть продавить там, чуть-чуть совсем. Давай, давай, кавалерия поможет. Единственная возможность это пробежаться. Все, я слил летающего, отлично. Так, нам надо больше экономики сразу наштамповать, чтобы предел был. Там Саруман, не забывай. И еще берсерки есть. Да, вижу. Нет, я Сарумана убью. Думаю, даже без проблем. У меня еще есть еще один бафчик. Побегай кавалерии, там посноси чего-нибудь. Нет, он здесь, нет. Смотри, он строит. Есть у тебя один отряд еще. Один, еще выжил. А, черт, не успел добить. Что это? О, всадники. Черт. Ты не видел, он юзал? Блин, он уже юзает фаербол. А, мои живы. Ага. Соси. Конечно, потери пипец ужаснейшие. А может и нет. Ладно, я вру, нормальные потери. То есть их нет. Так, крепость отстроилась. Теперь можно какие-то войска делать. Да блин, что ж такое-то? Вот, все. Так, ну идем дальше, неплохо, неплохо. О, смотри, 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 тебя там всадник как раз аутирует, убей его. Они, кстати, много рабочих потеряли, может быть, не успеют разжиться войсками так быстро, как в прошлый раз. Главное сейчас базу их прижать, чтобы они не могли этот строиться нормально. Ну я иду. Но там где-то еще один должен быть летающий, если и не два. У меня маловато сил. Да, летит, сволочь. Ой, беда. Как я не в тему попал сюда. Ой, тролль еще. Есть хилка, баф, там что-нибудь. Есть, есть хилка. Все, кидай, что можешь сюда. Отлично, убили. Нет, у них слишком много войск, я отступаю. От кого у них баф? А ты можешь... Хоть кавалерии мало у тебя. Попробуй лучников подавить, они все равно меня фокусят. Это дает страх. Только, наверное, для этих. О, неплохо получилось. Офигеть. Ты не поверишь, я без потерь до сих пор. Грейды просто топчик. Крепость строится. И... Неплохой такой обзор эта вышка дает. Хотя... Пошли прям впритык сюда. Стоп, что это дает? Дамажит. Может быть, стоит ее выбрать потом. Подойди сейчас к кавалерии, к моим войскам я похиляю. Ой, черт, погоди, кучкуемся.
Все. Блин, это изи победа, чувак. Я не понимаю, почему мы потели в прошлый раз так долго и мучились, а здесь в два раза больше войск у них, армии. И что-то это так легко. Наверное, просто потому, что мы им дали рожи. Ну, не знаю. Или они в двух разных точках строились. А, может, да, может, потому что в двух разных точках тогда. Значит, будем считать, что нам повезло в этот раз. Боже мой, даже крепость не достроилась. Мы выиграем сейчас. Рабочий. Можешь кавалерии туда съездить? О, у него уже пол хп, посмотри. Он так построился. Проверил, что ли? Даже, кажется, не достроится. Не, не достроится, не успеет. И залпца, блядь, не приезд, сука. Вот жалко, конечно, у меня тут все отряды кавалерии потерял. Боря. Да ничего страшного. Нормально. Ничего не потерял, говоришь, ничего. Нет, я вроде один отряд потерял. Но он должен восстановиться за счет достроенных. Ладно, нам повезло. А нет, не потерял, там походу один воин остался. Нормально. Так, значит, держи. А, я хотел, чтобы ты посмотрел на свои бонусы. Сколько у тебя урон, броня и экспа? Так, экспа. Ресурсы у меня x1 и 3. А, потом... Меч. Сила 31, дополнительный урон 10%, дополнительная броня 5% и дополнительный опыт 25%. А, значит, оно не делится. Тогда я себе это заберу. У меня больше урона просто. Так, interface. А тебе... О, стоп, что? Ириадор. А еще плюс 5. Класс! Ое, детка, у меня 25%, у меня, по сути, бесконечный баф теперь висит. Ириадор. Погоди, а почему Ириадор-то? Вот же маразм какой-то. Было 15. Стало 25. Написала, что за Ириадор дали 5%. Хотя здесь написано, что 15. И оно под твоим контролем, а не под моим. Чё за бред? А сколько у тебя сейчас урона? Можешь посмотреть? Тебе что-то дали? Так, помните, 20% у меня. А было 5, ты говорил, да? Было 15 вроде. А, 5, да, 5 было. А, тогда тебе дали 15. Ну, нормально тогда, хорошо. У тебя практически тоже баф. Так, строим здесь крепость. Что у нас получается? Я перекидаю тогда один... Перекидываю один отряд сюда. Где у нас... Хрень какая-то получается. Ну, допустим, это сюда, это сюда. Это сюда. Это сюда. Давай нападем. Блин, я не понимаю, они пойдут в атаку куда-то или нет. Ну, давай нападем Глоином и Арагорном на Gap of Rohan, что между крепостями находится. Вот. А здесь, получается, Дайна и Боромира на High Pass, а Гимли и Теодена на Лориен.
Если они не разменяются, то по сути мы их отодвинем отсюда. Да, и что же произойдет дальше в этом сериале, вы увидите в следующей серии. Всем спасибо за внимание, ребят, пока.